Ну что, друзья, всем привет, с вами как всегда Ромзи, и добро пожаловать в Растение против Зомби 2. И сегодня мы вместе с вами продолжаем 9-ю главу Болота Юрского периода. И после прошлых серий я понял 3 момента. Во-первых, вам безумно нравится эта игра. Во-вторых, вы очень сильно меня поддерживаете, за что вам огромное спасибо. А в-третьих, читая комментарии, я понял, что с 25-го уровня мне будет просто капец. Капец! И я не знаю, вы писали, что появятся какие-то новые динозавры, против которых нужно будет использовать стенорех, потому что они пихают зомби. Это они? Вот этот динозавр с булавой на хвосте, это то, что вы писали, ребята. Короче, я пока не знаю, как против него бороться, но вы писали, что мне обязательно нужно будет использовать стенорех, чтобы от него как-то защититься, и он толкал его вместо зомби. Поэтому, друзья, у меня сейчас одна огромная просьба: поддержите это видео лайком, нажмите на красную кнопку подписаться, чтобы никогда не пропускать новые видео, нажмите на колокольчик, а также оставляйте свои советы, потому что мне они по-любому понадобятся. Итак, мне нужно обязательно стенорех, первобытный подсолнух, я возьму свой любимый, конечно же, чертополох, и может быть что-то, чтобы я смог замедлить, я не знаю, потому что я пока не знаю, как здесь бороться. Вы сказали, что 25 уровень просто пройти невозможно. Я пока не знаю, возможно ли нет, но я буду постараться проходить его. Так, у нас есть стенарий, есть первобытный подсолнух, есть бомба вишневая, есть шипомет, шипострел. Так, давайте на всякий случай возьмем все-таки первобытный наш горохострел и... Я не знаю. Все, вот таким наборчиком мы с вами поехали. У меня есть 87 тысяч золота. Я как-то все это дело накопил. Сразу первый подсолнух сажаем. Так, мне нужно как-то задефаться от этих динозавров. Я пока не знаю как. Вы сказали, они будут пихать зомби, и мне нужно будет дефаться стенорехом. Так, вот он появился. Так, вы говорили, нужно ставить стенорех обязательно. Так, давайте ускорим, я не знаю, хорошая это... А, видали? Он пихнул только что его вместо... Если бы, получается, там стоял зомби, он бы, получается, ближе пихнул самого зомби. Но мы сами задефались тем, что поставили здесь стенорех. Так, я понял. Значит, нужно как можно больше стенорехов. Я не знаю, где их сейчас ставить. Мне нужно, короче, подсолнухи, мне нужны стенорехи. Мне нужно, короче, как-то деф... Так, я не там поставил. Так, вот здесь ставим. А, что мы делаем? Это здесь заморозку. Здесь уже 2 зомби пошло. А, больше подсолнухов. Я думаю, что нам нужно еще один стенорех. И нам нужно будет как-то вот здесь... Да, дефаться. Еще подсолнухи. Я пока что тупо на подсолнухах, ребята, выезжаю. Пока что тут на подсолнухах. Но мне нужно по-любому будет сейчас что-то ставить. Вот здесь еще один стенорех. А, замедление. А, может быть, еще подсолнухи. Может быть, вишневую бомбу. Хотя, может быть, это было бы глупо с вишневой бомбой. Я думаю, что мне нужно ставить какие-то шипострелы, шипометы, какие-то горохострелы. Что-то, короче, нужно, ребята, ставить уже. Так, подожди. У меня пропала картошечка вот здесь. Точнее, это не картошка, это стенорех. Так, пошла волна. Какая-то нафиг волна пошла, ребята. С какой стороны? Блин, еще и здесь пошла волна. Блин. Так, во, бомбу. На, хорошо, минус три сделали. Не знаю, хорошая эта идея или плохая. Так, у меня есть шипомет. Ай-я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 й. Ладно, пожертвуем. Вот сюда ставим вот эту штуку. По какой линии? Так, вот здесь мы его. Так, все хорошо, я не успел, потому что у меня стенорех там просто не перезарядился. Что у нас? 50 солнца. У нас есть шипострел. Этого сейчас прибьет наш любимчик. Так, где у нас? Вот здесь картошечку. Это не картошка, это стенорех, неважно. Вы, короче, все поняли прекрасно и сами. Здесь идет зомби, мы его можем заморозить даже. Так, нам нужно что-то жахнуть где-то, подожди. Давайте шипострелы, шипометы. Здесь зомби хавают картошки понемножке. Здесь вот. Так, подожди, может быть вот здесь... Может быть вишневочкой, бомбочкой бахнуть, а? Ребята, серьезно. Может быть вишневкой бахнуть? Или давайте накупим еще. Так, здесь 3 зомби сверху. Шипострел.
Так, заморозка, заморозка. Тут они, короче, захавали. Тут ставим вот эту штуку. Так, что у нас есть? Что у нас сами есть? Что у нас есть? У нас сами нифига нету, получается, вообще. У нас проблема. У нас есть листочек, в принципе. Ладно, давайте вот этих попытаемся. Так, здесь нужно дефать. Вот так вот делаем. Так. С какой стороны ставим? Нужно вот этого приманить на свою сторону. Обязательно. Ладно, я покупаю листочек. Ребята, я покупаю листочек. А вот здесь нажмем. Нажмем, потому что во. Так, хорошо. Есть листочек. Больше стена орехов. Больше горохострелов. Последняя волна пошла. Так, мне нужно срочно вишневую бомбу. Солнышко дай. Где? Она перезаряжается. Ладно, шипострел. У меня сейчас будут деньги. Я должен... Последняя волна, ребята. Так, верхний зомби. Проблема верхнего зомби. Проблема нижнего зомби. Давай. Так, вот здесь, в принципе, все хорошо. Вот этих двоих мы взрываем. Да, ребята, неужели? Так, остается немножко. Погрызите картошку, орех, стена, неважно. Короче, это просто какая-то жесть. Вы видали? Я смог задефаться. Да, мне пришлось потратить всего лишь 1000 золота, но я смог задефаться. Да, ребята, листочек давайте изнем все-таки все. Вот такой огромный урон. Это просто какая-то жесть, 25 уровень, что это вообще было? Неужели вы хотите сказать, что теперь в каждом дне у нас будут вот эти вот шипастые динозавры с хвостом? Погоди-ка. Они опять здесь, вы что, серьезно? А мне теперь еще и сажать там нельзя? А как мне это дефать? Как мне это защищать вообще? Вы что, издеваетесь? Мне кажется, мне нужно обращаться к золотым растениям. У меня есть вот выпускаемые пары. Давайте я его, кстати, забафаю. Урончик повысим. Почему бы и нет? У меня есть золотая вот эта вот пихалка. Кстати, золотая пихалка. Может быть, она, кстати, мне понадобится сегодня. Я пока не знаю. Есть золотой лук. Есть золотой чеснок. И все, да? И у меня больше толком ничего нету. Так, я попытаюсь сейчас пройти... теми же штуками, что у меня было, в чем я очень сильно сомневаюсь, но ладно, я попробую, ребят, я попробую. Так, поехали. Вот, не меняя раскладки, не меняя никакого расклада, сразу ставим подсолнух, ускоряем. Нет, ускорение это глупо. Так, подсолнухи, если появляется вот эта чупакабра, которая толкает, нужно ставить сразу туда стенорех, помните? Сразу же туда стенорех. Так. Я не знаю, там пошел пока зомби. Без своих друзей. Так, мне нужно... А что я мучаюсь? Ребята, давайте мы сделаем, знаете как? Мы сделаем вот так, вот. Во-во-во-во-во. И мы не будем мучиться, мы сразу ставим шипомет. Он будет нам, короче, помогать за это время. Да, ребята, вот. Да, эта тактика, конечно, называется донать, пока можешь, пока не проиграешь. Пока не проиграл. Так, хорошо. Пришли динозавры. У нас не хватает солнышка, чтобы на них заработать. Так, подожди. Переманить. Блин, я не того переманил, ну да ладно. Так, этого мы сейчас, короче, заморозим, пацана. Так, заморозься. Вот сюда ставим этого. Хорошо. Да ты издеваешься, он еще и пихает его постоянно. Так, подожди, у нас проблема. У нас, вы видели? Это проблемка получается. Так, подожди, вот сюда. Ребята, у нас некая тут проблемка. Тормозите. Так, вот этого взорвать нужно обязательно. Так. Что можем делать? Вот это, переманить. Хорошо, ушел. Стенорех! Хорошо, успел. Успел поставить стенорешку. Так, я доначу, ребята. Короче, я доначу, мне пофигу. Что мне нужно? Мне нужно подсолнухи. Вот видали, что происходит? Ладно, еще один шипомет. Так, здесь мы тратим тележку, потому что там все, мы короче, упустили возможность. Здесь ставим вот это. Что мы ставим? Вот здесь ставим вот это. Пошел в баню отсюда. Так, что у нас по солнышкам? Капец, он его притянул. Он его просто отнес. Так, хорошо. Он и двоих отнес. Ладно. Я опять. Он же стреляет назад? Ай, назад стреляет. Отлично, справились. Так, по нижней линии. Нижняя линия, срочно нижняя линия. Он опять его несет. Тормози, твою налево. Я не могу там ничего строить, вы понимаете? Я там не могу ничего строить. Блин, придется закидывать, потому что сейчас сожрет же.
Хорошо. Так, где у нас сверху прорвали? Прорвали оборону. Так, вот этого сразу превращаем в своего. Надо было верхнего, кстати, превратить в своего. Да ладно. Нижнюю линию здесь. Нижнюю линию здесь. И нижнюю линию... Стой. Дружище, мне нужно срочно 150. 150 вот этих жмыхнуть. Так, сверху ладно. У меня просто нижняя линия. Немножечко проблемно. У меня там прорвали оборону, ребята. По этим линиям пофиг. Вот, а вот здесь обороны-то у меня нету, ребята. Здесь у меня проблемочка. Так, хорошо. Так, а в принципе-то задефались. Да, я потратил золото, но... Фух! Это чё, каждый день теперь такой будет? Я не хочу таких дней, пожалуйста. Я чё, зря копил столько тысяч золота? Спланируйте свою оборону и победите зомби. Мы с вами поставим вот это, и у нас будет все хорошо. Смотри, что мы с вами делаем? Во-первых, шипометы сразу. 5 шипометов нам нужно, must have обязательно. Дальше, обязательно вот эти. Без них вообще тут, в принципе, можете даже не куролесить, ребята. Дальше, обязательно вот эти. Потому что без них вы тоже просто можете даже не кайфовать. Все. И еще что-то можно, допустим, вот этих, может быть, 5 штук, ребята. Кстати, они будут стрелять, там будут рисаться у нас новые зомби, у нас будет все хорошо, правильно? И 125 на замену пары. Все, поехали. Я думаю, что гениальная тактика, скорее всего, я проиграю. Так, поехали, все. Ускоряем. Смысла нету, ребята, здесь что-то думать. Мы сразу ускоряем. Все, пошло закидушечки. Проблемка. Стой. Тихо. Пошел в баню. Пошел. -2. Минус 2 растения сразу. -2 растения. Кстати, она была сажать чуть-чуть дальше, да, получается, да? Ну ладно. Может быть, задефаемся? Может быть, получится задефаться? Так, этот понес опять. По той же линии. Пофиг, по той линии пускай несет. Так, вот здесь мы должны... Не получается. Еще раз. Не получается. Еще раз. Третью потерять нельзя. Так, все, мы здесь отбились. Что мы потеряли? А, мы прошли? Мы прошли! Ребята, рабочая тактика! Мы прошли! Я даже не... Все, ребята, отлично сработано. Не потратив ни 1000 золота, я прошел этот уровень. Красавчик. Уровень 28. Что у нас в аренде? Электросмородь, ледяной гриб, ледяное сосвете. Я не знаю, наносит урон всем зомби на поле. Действует эффект области 3 на 3. Не знаю, что это за растение. Ладно. Я думаю, что теперь будет интереснее. Потому что с колючкой мне понравилось. Мне понравилась прошлая тактика. С колючкой была очень хорошая. Просто идеальная. Так, переманивать. Это чтобы сейчас не закинул к нам. Так, хорошо. Пошел шипастик. Нам сейчас второго нужно поставить срочно. Шипомета, шипострела. Дальше нам нужно с этими разобраться. Нормально. С этим разберется, с этим добы успеет. Давай. Не сожрет. Здесь сожрет. Ладно. Здесь что? Здесь ставим. Еще один пришел. Твою налево. Я не успел. Вот здесь надо. Вот так. Все, хорошо. Хорошо, некого толкать. Просто некого толкать, ребята. Используем подсолнух. Для чего? Для вот этого вот. Во. Так, хорошо. Дальше, вот так используем. Дальше, еще один подсолнух. Здесь мы ставим с вами стена орех. Вот, отлично. Так, сколько у нас еще? Еще одна волна. Нам очень близко прикинули зомби сюда. Ну ладно, там отобьются, я думаю, отобьются. Что у нас здесь? Еще один стена орех. Здесь колючечку. Она работает. Здесь у нас с вами стена орешек на всякий случай поставим. Так, с этими зомби понятно. С этими зомби тоже ничего не понятно. Еще одна колючка. Шипомет. Так, этот полетел. У нас не хватает. Сейчас будет проблема. Это будет съедать мне растение. Пошел в баню отсюда. Все, отвались. Так, еще подсолнух. Не знаю, зачем подсолнух. Там кто-то побежал очень быстрый. Где? Вот здесь нужно проблемное место закрыть. 50. Ребята, вот сюда колючку. Понес, гадина. Сразу взрыв. Не достало этого. Я думал, что этого должно было достать. Так, камон. Не достало. Так, пожалуйста, ребята, там сверху. У нас еще все тележки живы. У нас все тележки пока еще живы. Верхний, конечно, очень жесткий пацан идет там. И мне кажется, он сейчас сожрет мне половину там растений. Да, еще и шипастика сожрет, конечно, моего шипомета, точнее. Так.
Что у нас здесь? Здесь нужно как-то остановить. Здесь как-то остановить. Здесь как-то задефать хотя бы часть. А все, последние зомби, да? У нас все тележки есть, поэтому нормально. В принципе, мы с вами, я так подозреваю, что мы с вами справились, да? Поэтому вот этих всех убиваем. А этих мои шипострелы должны добить, по идее. Здесь шипы бьют, здесь тоже хорошо. Здесь мы поставим вот эту картошечку. Там шипы бьют, там шипы дальше стоят. Все, 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 ребята, пройден. Уровень пройден. Да, конечно, мы опять потратили, не помню, 1000 золота или 2000 золота. Короче, мы что-то с вами потратили, но в любом случае прошли. Прошли, справились, и ни одна тележечка не пострадала. Вы понимаете, гений, ну, не сильно гений, короче. Ну, а что? Нет, я же играю без доната, это золото я накопил своими силами, правильно? Я же могу его тратить. Ну, согласитесь? Согласитесь, все, отлично. 29-й день. Используйте растения, выбранные за вас. Вы что, здесь еще и гаргантюа, еще и растения, выбранные за меня. А, три растения всего. Всего лишь три растения, вы чё, гоните? То есть, подожди, мне нужно использовать минки, мне нужно использовать подсолнух и горохострел. Это все, что я могу использовать. Две минки на стороне Грагантюа можно ускорять. Все, ребята, пройдено. Пройдено. Да, мы две тележки потратили. Можно было, в принципе, без этого, но я был на грани. Я был на таком грани. Или на такой. Короче, неважно, я чуть не проиграл, ребята, если вы понимаете, о чем я говорю. Так. Мы ставим миночку, она взорвалась, Гаргантюа там подбился немного. Да пошел в баню отсюда, слышишь ты, чиприк маленький. Все, мы с ним разобрались, давайте еще один горохострел, все-таки быстрее, когда бьем его. Все-таки уже ему ничего здесь не светит, у нас 4 горохострела в этой линии, и там его просто мутузит так, что он ничего не может сделать. Все, ребята, 29-й день, мы с вами это сделали, красавчики! Просто лучше. Итак, ребята, день 30-й. Здесь еще и гаргантюа, ко всему прочему, вы понимаете? Ладно, я буду использовать свою рабочую тактику. По крайней мере, раньше она работала. Посмотрим, что из этого получится. Хотя здесь шипы уже не подходят, потому что там есть гаргантюа, который будет идти и нам будет мешать. Ребята, скорее всего, это будет сегодня последний уровень. В следующей серии мы уже с вами сразимся с боссом, потому что сейчас просто будет серия очень долгая, слишком долгая. Долгие вы не любите, ребят. Так, пошел зомби. Пошел маленький, вонючий зомби. Вот так, мы его сразу здесь ставим шипы. Мы его сейчас шипами разберем. Хотя, в принципе, можно было бы даже не трогать. И хотя нет, его лучше было трогать. Так, нам два солнца у нас есть. Два солнца. Нам бы здесь вот минки, если честно, понадобились бы. Так, нам нужна стена орех. Два зомби сейчас будут погибать от шипов. Дальше, нам сейчас нужно, я думаю, знаете, что сейчас сделать, ребята? Чтобы улучшить наш, скажем так, процесс, поставим вот сюда такую штучечку. Она должна справиться, она должна справиться. Так, 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 а вот здесь, знаете, что сделаем? Мы сейчас вот так вот, бэм! Так, хорошо, этого отнесли, и нам это на руку. Потому что его сейчас добьют, у него буквально там один хп остается. Здесь мы ставим вот эту штуку, мы забираем. Мы ставим вот здесь вот эту. Блин, сейчас перенесут. Ладно, эта линия у меня пофиг на эту линию. Там, в принципе, у меня ничего нету. 175. Так. Ладно, давайте сделаем вот так. Во. Отлично. В принципе, ничего не делаем, потому что зачем? У нас там Грагантюа идет, который сейчас все снесет к чертям собачьим. Помните? А, стоп, вот так. Щелкаем, наносим кучу урона Грагантюа. Пока он там дубасит. Мы здесь ставим этого, может, оттолкнет его даже немножечко. Может, он толкнет? Так, хорошо. Картошку он вынес. Так, маленького чупчика он закинул нам. Ставим четвертый. Шипомет, шипострел. Хорошо, ребята. Работаем, справляемся. Еще один подсолнух, я думаю, что нам не помешает. Пофиг, мы его поставим, давайте вот здесь. Пропадет. Так, с Гаргантюа мы там разобрались. Не, у нас сейчас вишня перезарядится. Смотри. Вишенка, пожалуйста. Смотри, сейчас как жмыханет. Вот. Вот это уже интереснее. Так, у нас есть 175, 250, пятый есть. Так, пошли снова зомби. Пошли зомби, можно зачаровать. Кого зачаровать? Так, подожди. Подожди.
Да блин! Я не успел! Я не успел зачаровать! Камон, камон, камон. Так, пофиг, там. Он его. Он выкинул его! Ребята, он его выкинул! Так, давайте немножко разберемся с этими. Так, сюда. Сюда шипы. Сюда шипы. Так, куда шипы? Куда шипы? Куда шипы? Куда шипы? Куда шипы? А, во-во-во-во-во-во-во-во-во. Отлично! Хорошо! Бэмкнули! Бэмкнули! Здесь шипы работают. А, последняя волна сейчас пойдет. Еще один шипомет. Где шипы? Где прорывают оборону? Где прорывают оборону? Так, вот здесь прорывает оборону. С этими разобраться нужно, срочно. Срочно, ребята, срочно, 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 срочно. А, где прорвали? Где прорвали? Вот здесь шипы прорвали. А, по нижней линии нам нужно обязательно поставить вот эту штуку. Так, 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 так. Очень жесткие, очень злые. Они очень расстроены чем-то. Ребята, они очень расстроены. А, этого превращаем в нашего друга. А, нам нужно сейчас вишневую бомбу обязательно. Жмыхануть вот так вот. А я не жмыханул, да? Вот так вот. Так, я не знаю, достал ли Градиван, нет, но по идее должно было достать. У нас есть горохострел здесь первобытный. А, мы ставим еще один. А, все, ускоряем. Не-не-не, пройдено. Я вам говорю, я вам зуб даю, здесь пройдено, смотри. Мы сейчас вот жалим нашего Грагантюа взад прямо, взад колючечками. Сейчас его оттолкнет немного. Так, превращать здесь больше некого. Колючечку еще одну взад Грагантюа ставим. Бросая чупсика маленького, мы ставим вот этого друга. Он его отталкивает. Его сейчас там жалит, ранит. И мы, короче, еще бомбой его добиваем. Все. Все, 30-й день пройден, ребята. Давайте так, с каждого лайкусик, подписка, колокольчик. А в следующей серии мы по-любому встретимся с босярой. Капец, насколько же сложные уровни в этом долбанном юрском периоде, ребят. С вас лайк, всех люблю, все красавчики, покедово.